Здорово, мужики. Все тут вот что-то хвалят там туда-сюда. В общем, суть такова. Чувак за 90 километров от меня написал: «Алло, привет, привет, сделай мне корпуса». Я говорю: «В смысле корпуса?» Я говорю: «У меня же есть готовые, типа можно будет». «Не, мне, говорит, надо на С-90». В итоге, короче, 90 километров от меня мужик, вот, говорит: «У меня есть С-90, но, говорит, нужно их восстановить. Корпуса, как мы можем видеть, да, они вот, дырка там, блин, это все двигается». Вот, вот сейчас покажу. Вот так вот все двигается, там зазоры, щели, короче. Я говорю: «Не, это я восстанавливать не буду». Вот, он говорит: «Да не надо мне восстанавливать, давай новые корпуса, короче, захуячим». Вот я говорю: «Окей, хорошо». Ну, договорились, обговорились по цене, что туда-сюда. Вот привез он эти колонки С-90. Значит, динамик, среднечастотник у него должен быть 8 Ом. Он показывает там 4 с копейкой. Короче, звезда ему. НЧ-динамик 4 Ома показывает 2,3 Ома. Второй нормальный. Ну и одна колонка, слышно, что она по-разному играет, короче. Вот, в итоге он послушал вот эти вот мои самоделки и был просто в шоке. Вот, как они звучат. Я говорю: «Давай мы тебе сначала С-90 сделаем. Вот, ты конечный результат услышишь, послушаешь. Если тебе не понравится», я говорю, «они будут в оригинальном корпусе сделаны из фанеры, обшиты шпоном». Вот, я говорю: «Выставишь их, продашь. Если тебе понадобятся такие, как у меня, колонки, мы с тобой договоримся, и я тебе такие же захуячу». Вот. И в чем сейчас суть? Я хочу вам показать, как звучат С-90 и как звучат мои колонки. И в чем разница? Будем смотреть клип шнура. Я тут маленько бухаю, так сказать. Вот. Что, все на меня смотрели, да? Это играют сейчас мои колонки. Понятно? Понятно. Басы просто охуенно наваливают. Извините за мой французский, да? Так, здесь чуть-чуть тише надо сделать и переключай на С-90. Стоп! Сейчас знаешь, играют что? Почему у меня С-90. мясо сырое лежит? Ну, мы для эффектности положили. Кто это на стол положил? Ой, блин, даже мне кажется, что надо поставить правильно. Я что, блин, мясо сырое, по-твоему, ем? Одинаково, ну, скажем, вот, поставить. Блин, накажи его. Сейчас мои играют колонки. Вот эти. Что это за херня? Что это за херня? Вот и я про то же. Что это за херня, блядь? Короче, рассказываю, что слышно на слух. В этих колонках низы играют баланс низов, средних и высоких на уровне. То есть ничто не выпирает. Низы не выпирают, средние не выпирают, высокие не выпирают. С-90 в стандарте вот, включены вот таким вот образом. Высокий чуть-чуть подрезал, потому что там стоят какие-то пищалки непонятные. Они прям свистят. Значит, здесь низ практически не слышно, середина очень сильно выпирает, и высокие прям свистят. Вот так вот звучат С-90. Да, конечно, тут поработать и доработать будет все звучать нормально в конечном результате. Возможно, то, что низов там провал идет из-за того, что корпуса рассохшиеся. И герметизации НЧ-динамика там особо нету. Насколько я посмотрел, все болты и саморезы
просто не держатся нифига. Ну, короче, надо дорабатывать. Не знаю, как будет звучать в конечном результате. Посмотрим, поковыряем, фильтра посмотрим. Вот. Может быть, и зазвучат. Хотя динамик вполне достойный, большой диффузор. Вот. Но там два их. Вот. Там 18 сантиметров, здесь 25. Диффузор, ну, где-то 24, да. А там 18, это где-то 17. Сколько получается? 30 с лишним. Но все равно здесь давление больше создают 2 инча динамика, чем 1 инча динамик. Ну, и эти колонки сбалансированы, реально сбалансированы. Здесь реально, ну, чувствуется ВЧСЧ приоритет, и звучат они вот как громкоговорители. Как обычный стандартный громкоговоритель. Вот, от слова «громко говорить», от этого, да? Вот как-то вот так вот. Ну, я, честно говоря, когда-то давным-давно, там 30 лет назад, из 90 слушал, мне казалось, это огонь тема, да? Сравнивая свои колонки, например, с какими-нибудь брендовыми зарубежными, там, Jamo, Prestige 190, да, там звучат хорошо, и многие пишут, что они хорошо сделаны. Но они отличаются, мои все равно чуть-чуть маленько выигрывают в звуке. Вот. Jamo, если доработать, то, в принципе, тоже довольно достаточно хороший звук выдают. Вот так вот звучат колонки S90, и вот так вот звучат самодельные. Ну, в общем, товарищ в шоке был от того, как мои колонки звучат. Он прямо вот с первого... Включение, он сразу такой хуяни, говорит, как у тебя сбалансированный. S90, короче, до баланса еще далеко. Будем делать, сейчас корпуса буду делать полностью новые из фанеры. И смотреть там дальше, дорабатывать фильтра, средние частотники заменю на широкополосники, потому что, ну, средний частотник здесь просто ужас. В общем, как-то так. На этом пока что все. Такая вот новость, может, а даже не новость, а превью того, что будет в недалеком будущем. Я думаю, через пару недель будет видео S90 в новом корпусе с доработкой. Всем удачи, всем пока!